Итак, всем привет. Попал ко мне сегодня телефончик на распаковку. Какой-то там, не знаю какой. Должен быть вроде бы Nokia. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, распечатаем вот эту посылочку. В яркой такой желто-оранжевой упаковке. И туда у нас Nokia раскладушка 2720 Fold. Так. Сейчас мы глянем, что тут у нас. А у нас тут зарядка есть, наушники, мануал. Ну и все, больше в коробке ничего нет. С комплектацией у нас не густо. Так, телефончик. А телефончик выглядит неплохо. Только вот тут хреново приклеили, правда, вот эту штучку. Ну и поправим сейчас вот. Если вам видно. Так, хреново фокусируется. Но, о. Так. Какая-то лямба. Клей, что ли? Ладно, сейчас протрем. Да, клей был. Теперь все хорошо. Теперь аж блестит. Пленочки. Раз пленочка. И два пленочка. Не знаю, на камере есть ли пленочка, не видно. Наверное, скорее всего, нету. Видимо, где-то сорвали. Хотя, как бы должна быть. Есть 1,3 мегапикселя камера, как написано у нас на корпусе. Это у нас для подключения зарядки. И еще один какой-то разъемчик странный есть. Он какой-то широкий. Не знаю, для чего он. Кнопки регулировки громкости. Тут... Значит, заглушечка у нас под наушнички. Сейчас мы так ее откроем. Ух ты. Плотненько. Так, вот у нас разъем под наушники. Разъем здесь 2,5 мм. Старенький разъем. Так, а что у нас тут с батарейками? Как открыть, чтобы посмотреть? Так, так вот у нас внутри выглядит. Такой коричнево-серый аппаратик. Так, так, так. А как же посмотреть батареечку-то? Так, не знаю, как его открыть. Ха. А, вот. Надо толкать вперед. Тут у нас пленочка, конечно же, чтобы телефон в пути не включился. Так, батарейка у нас BL4CT какая-то. Так, тут у нас разъем под флешку. Флешку. Под флешку нету, есть под сим-карту. А ну-ка сейчас посмотрим. Может... Да, под флешку нету, есть только под сим. Флешку не поддерживает, кажется. Угу. Да, флешка. А вот такой разъемчик похож на разъем под microSD, я такой в форме как раз. Но не он. Его здесь нету. Вставляем обратно, значит, батарейку нашу. Закрываем крышечку. Вот так вот она у нас легким этим самым нажатием закрылась. Включаем. И смотрим. Так. Акцепт. Телефон включился, тут ничего не светится. Угу. Второго экрана нету. Это динамик у нас здесь, походу, или нет? Или не динамик, непонятно. Микрофон где-то сбоку. Ладно, сейв. Сейв. Так. Русский язык не стоит сразу с коробки. Надо выставлять. Setting profile, CMS. Нет, не то. Tones. Дисплей, TTMI, Sync, Converse, Call, Phone, Language Setting, ну вот, English стоит, нам нужен русский. Так, русский язык выбран, интересно, украинский язык здесь есть? Нет, украинского языка здесь нету. Ну, плохо, а должен быть. Так, вот такой вот у нас аппаратик. Ага, светится.
О, с экрана. Прикольно. А так и не скажешь, оно не видно просто. Такой, как будто цельный корпус коричневый, то есть смотрите сами. А закрываешь, светится. Но я думаю, здесь все-таки яркость можно регулировать. Ну, в принципе, достаточно неплохо светится. Если снять пленочку, я думаю, будет еще лучше видно. То есть классно, это хорошо здесь есть. Я же помню, что тут есть какой-то экранчик еще второй. Так, вот такой вот у нас аппаратик пришел. И шел телефон около месяца. И смотрите, в режиме выключенном. То есть батарея была неактивна, и заряд не потерялся. В современных смартфонах я не помню, чтобы такое было. То есть даже если телефон, блин, выключен, хоть там и батарею, хоть заклей, хоть не заклеивай, все равно процент заряда теряется. А тут все в порядке. Ну, видимо, все зависит от изготовления батареи к телефонам. Ну и от ее емкости. Чем больше емкость, тем больше потери. Энергопотери. Даже в выключенном состоянии. Так. Вот такой вот у нас разблокировать требуется. Давай, сейчас разблокируем. Нажмем вот эту штучку. Нет. Да, вот так. Все, ну, в общем, все работает. Все неплохо. А, проверим сейчас камеру. Камеру надо глянуть. А то я камеру как-то не смотрел. Так, камера, камера, камера. Ну, камера здесь 1-3 мегапикселя. О чем можно судить? То есть, вполне... А, я закрыл рукой. Вот так вот. Ну, камера, 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 камера. 1,3 мегапикселя, что я могу сказать. Чудес ждать не стоит. Вот такой вот у нас аппаратик вышел. Все, всем спасибо за то, что посмотрели мое видео. И ставим лайки, если кому понравилось видео. Всем спасибо, пока.